Сегодня хорошая погода. Пойдем поснимаем с квадрокоптера. Отличная идея. Как раз зайдем к нашим друзьям из студии УМКА ТВ и покажем им наш город с высоты. В рамках совместного проекта журналисты студии «Автор» пришли в гости к юным друзьям из УМКА ТВ для проведения показательного занятия по запуску квадрокоптера. Ребята смогли увидеть детский сад, свой дом и полюбоваться нашим городом с высоты птичьего полета. Съемка с квадрокоптера сразу же транслировалась на телевизоре. Если сначала воспитанники детского сада были в роли наблюдателя, то потом у них появилась возможность стать корреспондентом и оператором. Каждый по очереди задавал друг другу вопросы и отвечал на них. Почему тебе понравился дрон? Потому что он кружит в небесах и вид на весь Заречный вообще. А ты бы хотела себе такой дрон домой? Да, я хотела его домой, потому что он белый, красивый и высоко летает. Почему тебе понравился дрон? Потому что я могу показать весь свой дом и наш весь садик, какой у нас он красивый. Этот формат очень понравился ребятам. Мы будем и дальше продолжать такую работу и создавать совместные сюжеты, потому что это большой опыт для каждого журналиста в любом возрасте. Ребята остались под большим впечатлением и получили кучу положительных эмоций. Они прыгали, махали дрону, когда тот был в небе, веселились и снова пригласили корреспондента в студию «Автор» к себе в гости. Расскажи, что тебе понравилось больше всего? Мне понравился вид нашего всего Заречного и как он вообще кружит. Вот в небесах, вот так вокруг себя. Мне понравилось, что он очень классно летает. Мне понравилось, как он крутился в небе. Мне понравилось, что он очень может высоко летать и кружиться. Мне понравилось, как он летает. Мне понравилось, как он кружился и летал. Мне понравилось, как он летал. Мне понравилось, как смотреть весь Заречный. Мне очень понравилось, как он крутился. Мне понравилось, как он летал.